Итак, впереди у нас женский поединок. Весовая категория до 65 килограммов. Рефери в ринге Андрей Большаков. Встречайте участниц. В синий угол ринга спортсменка из Узбекистана Шахида Рахимова. Итак, следующий поединок. К рингу выходят девушки, и участница этого боя на наших экранах Шахида Рахимова из Узбекистана. Ей 27 лет, она чемпионка Узбекистана и чемпионка Азии по рукопашному бою. Представляет команду Pro Fight, тренируется под руководством Хасана Абдарджана. Ее профессиональный послужной список состоит из одной победы и одного поражения. Ваши аплодисменты, спортсменки. Встречаем ее соперницу в красный угол из России. Ирина Алексеева. И начинается выход Ирины Алексеевой. 28-летней спортсменки из Челябинска. Представляет она команду «Рать» и клуб «Братич». Она чемпионка мира по самбо и рукопашному бою. Сегодня проводит второй бой как профессиональный боец. Первый состоялся буквально 2 недели назад на турнире RCC Intro 3, который вы могли видеть на телеканале «Матч Боец». И там Ирина просто переехала Гульнару Гараеву и победила техническим нокаутом. Таким образом, одна победа. Никакого урона и никаких повреждений в том бою она не получила. Ну, как вы видите, остается в форме. И сейчас наверняка постарается нам продемонстрировать свой максимум. Представляем участниц поединка весовой категории до 65 килограммов. Синий угол ринга. Чемпионка Азии по рукопашному бою из Узбекистана Шахида Рахимова. Красный угол ринга, чемпионка мира по самбо и рукопашному бою. Профессиональный рекорд, 1 бой и 1 победа. Заслуженный мастер спорта, прапорщик внутренней службы, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Из России Ирина Алексеева. Рефери в ринге Андрей Большаков. Внимательно слушаем команду рефери. Правила не нарушаем. Желаю удачи. Первый раунд. Итак, Ирина Алексеева против Шахиды Рахимовой. В своей категории до 65 килограммов. И разница в антропометрических показателях видна невооруженным взглядом. Ирина и выше, и размах рук у нее больше. Сразу же она забирает инициативу. С разворота по корпусу. Очень жестко начинает Ирина Алексеева. По-хозяйски себя ведет и серию ударов обрушивает на голову соперницы. Вынуждена переходить к борьбе Шахида Рахимова. Ну что ж, первый эпизод за российской спортсменкой. Одно из попаданий было очень сильным и точным. Была потрясена на несколько секунд. Рахимова опасается Шахида россиянку. Это видно. Никуда пока Ирина не спешит. Выбирает момент для начала атаки. Лоу-кик справа. И ударом ногой, бэкфистом сразу следом отвечает Ирина Алексеева. Да, очень серьезное преимущество в габаритах у российской спортсменки. Действительно, есть ощущение, что девушки из разных весовых категорий. Пока ждет Ирина. Вновь выбирает момент. Осторожный лоу-кик. Хай-кик мимо. И тут же удар фактически получился. Но Шахиды чуть ли не по позвоночнику. Неплохо. Справа. Комфортно себя чувствует Шахида Рахимова в роли второго номера. Ждет она атак со стороны
Ирины Алексеевой, пытается российскую спортсменку провалить, но вот сейчас своими двойками абсолютно не рассчиталась дистанцией. Шахида, все по воздуху. Ну, до этого еще был один удар в корпус. Возможно, есть цель немного замедлить Ирину. Бэкфест с защитой. Все в порядке. У российской спортсменки клинч. И бросок проводит Ирина Алексеева. Ну, удушающе пытается зайти сейчас Ирина. Не получилось. И уже за спиной оказалась Рахимова. Вновь свип. Сумела Ирина докрутить соперницу. Там был хороший плотный захват за шею. И в итоге получился такой бросок из партера. Сейчас Ирина близка к тому, чтобы оказаться за спиной соперницы. Нет, продолжается активная борьба в партере. Классическое боковое удержание сейчас в исполнении Ирины Алексеевой. И видите, как рефери ведет отсчет. И поднимаются спортсменки. Ирина Алексеева очень мощно выглядит, и даже если проигрывает позицию в борьбе, довольно легко все переворачивает. Вот так, да, левый, подсядь. На прямую шоу. Пытается найти свой темп Ирина. Взяли девушки паузу, продолжает прессинговать Алексеева, подбирается на ударную дистанцию. Как правило, начинает она свои атаки ударами ногами. Подошла с джебом, слева снизу атаковала, немножко вскользь удар прошел. Тем временем... О, какой удар ногой! Застаивается Шахида Рахимова. Не хватает ей немного передвижений. Вновь подбирается к сопернице Ирина Алексеева. Лоу-киком встречает ее Рахимова. Подбирается все ближе и промахивается. Бэкфист тоже не попадает. По две ноги пытается выдернуть. Тейкдаун не получается у Шахиды. Вот только сейчас зашли девушки в борьбу. И по корпусу начинает пропускать представительницу Узбекистана. Но активно борется Шахида Рахимова, не боится идти в борьбу. Вот сейчас близка к тому, чтобы взять соперницу на гильотину. Ирина Алексеева, но плотный захват не получился. Идет вперед, прижимая Ирину к углу ринга Шахида Рахимова. Последняя минута первого раунда. Сверху нагружает Алексеева как может. Но нет, похоже, и не собиралась в итоге проводить удушающую гильотину Ирина. Крайне невысокий темп. Паузы между активными эпизодами становятся все больше и больше. Продолжает первым номером работать Ирина Алексеева. Отстреливается Шахида Рахимова. Неужели уже устали девушки? Последние секунды по воздуху попыталась пробить комбинацию из ударов Шахиды, но в итоге ничего не получилось. А вот Ирина хорошо ногой встретила. И заканчивается первый раунд. Ну что же, с точки зрения активности, с точки зрения борьбы и количества ударов, Ирина Алексеева первую пятиминутку забирает. Смотрим, как это было. Как раз в самом начале боя было ощущение, что еще чуть-чуть и выиграет техническим нокаутом Ирина Алексеева. Но в итоге удалось собраться с Шахиде Рахимовой и, в общем, дать бой в первом раунде. Несмотря на то, что очень серьезно она уступает в антропометрических показателях, ну, в чем, а в мужестве Шахиде Рахимовой не откажешь. Не присаживается Ирина Алексеева. Секунда, в перерыве. Андрей. Второй раунд. Второй раунд начинается с прессинга. Левым боковым Шахида Рахимова встречает соперницу и сразу правый по корпусу. Ой, какой удар! Ногой получается у Ирины.
щелчком зашел этот удар. Но пока держит все попадания Рахимова. Положение вещей в целом не меняется. По-прежнему центр ринга остается за спортсменкой из Челябинска. Поддавливает. Лоу-киком обозначила дистанцию Рахимова. Подбирается на ближнюю Алексеева и провоцирует соперницу на переход к борьбе. Оказывается, она сзади. Бросок с вращением у Рахимовой не получается. И вот сейчас мы видим, буквально приподнять удалось Рахимову над настилом. И коленом Ирине добавить Алексеевой. Потом. Прекрасный перевод, боковой контроль. И сейчас будет несколько секунд для того, чтобы все-таки перейти к самым решительным действиям. Оказывается, в фулл-маунте Ирина Алексеева. И приступает к активному нанесению ударов. Но рефери Андрей Большаков останавливает поединок и поднимает девушек в стойку. Ну, наверняка некоторые из вас, уважаемые телезрители, смотрели бой Ирины Алексеевой против Гульнары Гараевой. Там она также зашла в фулл-маунт и сама просигнализировала судье о том, что необходимо остановить встречу, так как уже была вербальная сдача. Здесь же немного иные правила, и вновь придется Ирине тратить определенное количество сил, если она захочет опять оказаться в фулл-маунте. Ну и для тех телезрителей, кто недавно присоединился к нашей трансляции, и, возможно, сейчас с недоумением вы встретили вот этот эпизод, когда из фулл-маунта подняли спортсменок. Это турнир новой лиги World Total Combat Federation. И здесь отсчитывается 20 секунд в партере. В любом случае, затем поднимают спортсменов вне зависимости от того, что происходит в ринге. Не удается никак на рычаг локтя перейти Ирине Алексеевой. Вот сейчас вновь. Нет, вторую ногу не перебросила. Возможно, постарается найти отсюда треугольник. Половина раунда еще впереди, много времени. Но в любом случае, совсем скоро девушек поднимут. Здесь не так важна, получается, доминирующая или оборонительная позиция. Продержаться надо совсем немного. Бой продолжается в стойке. Не так много двигается Шахида Рахимова. Да, периодически начинает уходить в левую от себя сторону, смещаясь в сторону сильнейшей правой руки и правой ноги Ирины Алексеевой. Рискует спортсменка из Узбекистана получить серьезный урон. Да, и как раз учитывая разницу вот в антропометрических показателях, удары на смещении, в том числе и ногой по корпусу, могли бы серьезно ей помочь. Самое грозное оружие пока что у Шахиды Рахимовой – это ее правый оверхенд. Хайкик снова пропускает, но не вложилась в этот удар слева Ирина Алексеева. Но вы видите, что там уже в районе правого глаза, чуть ниже, есть гематома у Рахимовой. Совсем немного времени остается до окончания поединка. Напомним, что формат боев 2 раунда по 5 минут. Вновь Алексеева подкрадывается к сопернице. Несколько раз показывала и удар с разворота. А, вероятно, это был всего лишь финт. Провалила и сразу атака справа. Удалось попасть, но в последнее мгновение успела защищаться Шахида Рахимова. Начинается последняя минута боя. Да, скорее всего, Рахимовой нужно совершить что-то крайне неординарное. Колено в прыжке выбрасывает Ирина, вновь точно, но без вложения максимального. Алексеева никуда не торопится, она прекрасно понимает, что осталось совсем чуть-чуть. Она выигрывает уверенно этот бой по очкам. Торопиться и рисковать необходимо здесь Шахиде Рахимовой, но только в том случае, если хочет она во что бы то ни стало одержать победу. Спортсменка из Узбекистана, в общем, выступает в этом поединке очень неплохо, достойно смотрится, но в целом бой проигрывает. Да, ну, вероятно, на большее. Вот конкретно сегодня Рахимова не способна, идет вперед. Все-таки Шахида. И все, звучит гонг. Благодарит Ирина оппонентку за этот поединок. Действительно, ей за что сказать спасибо. Приняла бой против такой опытной спортсменки, как Ирина Алексеева. Учитывая в первую очередь ее любительский бэкграунд.
Ну и пока идут повторы, еще раз напоминаю вам, уважаемые телезрители, не забывайте подписываться также и на страничку телеканала «Матч Боец» в Фейсбуке, на наш Инстаграм. Кстати, есть и Телеграм-канал. В общем, все средства связи, какие вам удобно, выбирайте и будьте в курсе всего, что происходит в мире единоборств. В этом бою победу единогласным решением судей по раундам одержала Ирина Алексеева! Россия! Красный угол! Поздравляем Ирину Алексееву с очередной победой! Пусть не досрочно, но все-таки иногда провести все время боя в ринге или в клетке тоже очень важно. Мы переходим к вручению Golden Gloves Award. Наша четвертая номинация — «Боец года». Мы продолжаем нашу премию и не отпускаем Ирину. Это не будет никакой интриги, ведь именно сейчас она победила и стала обладательницей премии «Боец года». Ирина Алексеева, ваши аплодисменты. Для вручения премии в этой номинации в ринг приглашается заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Анатольевич Рудый. Анатолий Анатольевич, наверное, надо что-то сказать Ирине в микрофон. Ириш, поздравляю тебя с прекрасной победой. Гордимся тобой, болеем за тебя всегда. Поздравляю тебя. Большое спасибо. С большим призом. Спасибо огромное. Привет, зал, привет, привет, Москва, приветствую, Вегас. Хочу сказать огромное спасибо организации ВТКФ за мое участие в этом турнире, за возможность провести этот бой. Спасибо моей сопернице Шахиде, она вообще железная голова, просто красотка. Вообще, это, не знаю, таких единицы. Спасибо компании Влад Хренов Промоушен за не только вот предоставленный этот бой, еще по рукопашному бою. Классные бои у меня были, возможность повысить собственный спортивный опыт. И огромное спасибо команде ФСИН России, вам, Надежда Николаевна Шмякина, что когда-то вы, именно вы, привели меня в этот вид спорта. И благодаря вам я знаю и познакомилась со своим тренером по борьбе Юлией Алексеевной, тренером по ударке Валерий Нуричем. Можно вас, пожалуйста, сюда? Эти люди, они не только мои тренера, они в первую очередь мои друзья. Потому что, я думаю, мужчины многие поймут, что такое готовить женщину к соревнованиям. Это железные нервы должны быть у тренеров. Вот. Ну, я, конечно, соглашусь, я очень капризная. Спасибо, Валерий Юрьевич, за выдержку. Юля, спасибо вообще за поддержку. Она вообще из Брянска приезжает, меня тренирует на сборы. Просто я счастлива, что я сейчас здесь, что имею возможность перед вами выступить. Огромное спасибо. А я хочу поздравить и поблагодарить Ирину Алексееву. Вы не ослышались, она является действующим сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Служит как офицер, служит примером и мотиватором. Это у Ирины второй бой за месяц. Человек ходит на работу. Аплодируем. За Рать Святую! Давайте устроим овацию Ирине Алексеевой. Человек, который, достигая высот в спорте, благодарит за то, что есть возможность еще набраться опыта, вот из таких людей и вырастают настоящие чемпионы.